Слушайте, послушайте меня, пожалуйста. Материться, не материться, то такое, но глупо упрекать человека в том, в чем косячишь сам. То есть, типа, если бы ты вежливо сказал... Ты нормально разговариваешь. Ты вот не трону. Нормально разговариваешь. Матерись, блядь, это норм. Не гони, дядя. Ну ладно, будь все, давайте учить еще, успокоимся реально немного, потому что много лишней хуйни происходит. Давайте воевать против врага. Как тебя зовут? Тимур меня зовут. Тимур, блядь, ты можешь нахуй так дохуя не базарить? Ты можешь нормально разговаривать? Нет, блядь, не говори, нельзя взять человека, вы свободны снова. И право высказывать. Нет, ты замуть меня и все, ёпта, если тебе что-то не нравится. У тебя проблемы, что ли? Человек должен иметь право высказывать, как считает нужно. Вы чё, блядь, шоколята вообще хуели, блядь, нахуй, пидорасы. Эй, шоколята, блядь, пидорасы. Я думал, что попытка построить людей, потому что... Ну дети в игру все равно не играют, потому что материться можно. Такие нервы бывают у людей. Да, да, сука, нахуй. Он нахуй, блядь, вам по 17, по 16 лет, нахуй. Ну и чё? Ты уверен, и чё? А тут играют мужики, которые за 30 лет. По 16, по 17, и чё дальше? Понимаешь, ты, наверное, просто играешь не так давно. Тут школьники почти не играют, потому что мужики играют. Да, и чё? Да, типа дебилы, знаешь, такие дебилы, как танкисты, а это еще больше прогресс, но тем не менее мужики взрослые, понимаешь? Да, он не понимает, не объясняет, там бурик, блядь, с гор спустился. Да ладно! Чебурек говорит. Я просто, не, этот я человек, который представился Тимуром, говорит, чебурек с гор спустился. Глупо упрекать человека в том, чем косячишь сам, вот что. То есть он прям вот принося, чтобы не понимаешь, он взял и сейчас соплю. Зачем вот это было делать, когда там и так два катается? Одни отхуя да нахуй и выебос, блядь. А ты сам какая-то признаешь? Слышь, ну убейте то, а ты что, особенный или что? Скажи, объясни, ты особенный чем? Ну да, или что? Чем ты вырос, что ты можешь утюкаться другими людьми? Не знаю, там депутат, может ты нам поможешь как-то в жизни. Ты о чем говоришь? Я тебе сказал, блядь, нормально разговаривать, вы хули как пидорас. А где ты есть, Метро? Давай кинем ралли, пусть он появится. Пусть он появится. Ты сам зашел на хату, как чмо галимое, понял? Поебалу, грубо говоря, получил морально? Галимое, галимое. Кинь ралли. Галимое чмо, ты сказал. Кинь ралли, пусть появится и поговорим с ним. Сука ебаная, ты что говоришь, блядь? жестко, пиздец. О, пиздец, еще и проиграли, молодцы. Жестко. Вот это победа. Какая победа, мы проиграли? Очень, очень.